Телеканал КРТ представляє. А ось з вашої точки зору, якщо ми дивимося на конфлікт на Донбасі і от приходимо до висновку, кому потрібно в першу чергу, щоб цього конфлікту не стало? Україні, Росії, Німеччині чи Франції чи Сполученим Штатам? Прежде всего Украине, конечно, потому что там наши люди, потому что там люди наши беженцы. Самая заинтересованная сторона в мире и в нормальном развитии этого конфликта, конечно, Украина. А все, для всех остальных вот, горячие точки, они всегда являются предметом игры крепких игроков. Вот есть зона отчуждения, да, стена между Северным Кипром и Южным Кипром, и там играют. Играют турки, играют американцы, играют европейцы, греки включаются через НАТО, так как они члены НАТО. Турки со своей стороны, американцы заводят флот. Вокруг этого используют, как добывать на шельфе между Кипром и Израилем, нашли нефть и газ, и американская компания сейчас добывает. Пользуются этой ситуацией, потому что хотели бы добывать киприоты, не могут, потому что только турки сразу говорят, да нет, это наш шельф, Северный Кипр же наш, и все, и уже ни киприоты, ни греки, ни итальянцы, ни турки этот вопрос решить не могут. Приходит крепкий дядя с 6-м флотом ВМС США и говорит, у нас тут учения, а пока учения тут наши побурят, и все. А дальше уже договорились на тех условиях, на которых надо. Вот для чего горячая точка. Ну, молодцы, греки повоевали с турками, киприоты, сделали локальный конфликт, а пользуются крупные игроки. Так и тут. Есть локальный конфликт на востоке Украины, а пользуются будут крупные игроки. Многие же рассказывали вот, в публикациях, если там известных обозревателей международных отношений, посмотри, там того же Дмитрия Джангирова, другие известные публицисты пишут о том, что военный конфликт на востоке Украины является разменной картой военного конфликта в Сирии. Правильно. Еще он может стать и разменной картой там, какого-то конфликта в Африке, конфликта в Корее, к которому Украина не имеет никакого отношения. Но это интересно крупным игрокам. И вот одна хвилина до кінця ефіру. От с вашей точки зору, які кроки реальні Зеленський зробив для того, щоб вирішити цей конфлікт і щоб у нас в Україні був мир, особливо на Донбасі? Ну, эффективные или неэффективные шаги определяются результатами. Результата нет, потому что, насколько я знаю, последние информационные данные говорят о том, что пострадавших в этом году даже больше, чем в прошлом году от этого конфликта. Поэтому ни о каких результатах говорить нет. То, что обмен пленными, он и до этого был обмен пленными. Не добились обмена всех на всех без условий. Поэтому пока не будет по международным вопросам грамотного человека, который может разрулить эту ситуацию, который может посадить за стол переговоров и принять решение, пока Зеленский не начнет заниматься кадровой политикой, вот пусть не занимается ни дорогами, ни экономикой, ни медициной, ни карантином, пусть займется кадровыми вопросами.